24 января – Международный день образования. Праздник этот совсем новенький. Его отмечают с 2019 года. Он должен напомнить, что образование – важная часть жизни и неотъемлемое право каждого человека. Оно позволяет обеспечить благосостояние отдельных людей и общества в целом. Но, к сожалению, не всем в мире доступно образование. По данным ООН, на 2021 год 258 миллионов детей и подростков не посещают школу. 617 миллионов детей и подростков не умеют читать и считать. Менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное и среднее образование, и около 4 миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Их право на образование нарушается, это недопустимо. Чтобы сократить ущерб для мировой экономики и для всех людей в будущем, необходимо помнить о проблемах образования и придумывать для них решения. Именно поэтому 3 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования.